погода в субботу, 18 ноября. Об этом расскажет Надежда Шабалина. Давайте узнаем, что нас ждет. Здравствуйте, о погоде на субботу, 18 ноября, расскажу вам я, Надежда Шабалина. Спонсор прогноза погоды – Kia Автомотор, платиновый дилер Kia в Кирове, улица Московская, 166, напротив. В эти выходные в Кирове и области, несмотря на небольшое понижение температуры, ее значения будут превышать норму как днем, так и ночью. При этом на территории региона сохранится вероятность осадков, которая усилится в воскресенье с приходом очередного циклона. А теперь подробнее расскажу о том, какая погода ждет жителей региона в субботу, 18 ноября. В Кировской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки в виде снега. В Лозе-Вьеранске, Вятских Полянах, Слободском и Котельниче ожидается плюс 1 градус, в Кирсе и в Нолинске ожидается на градус ниже. В городе Кирове днем ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки в виде снега. Температура воздуха 0-2 градуса, ночью в городе такая же температура. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер подует юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 90%, магнитное поле слабо неустойчивое. Это был прогноз погоды на 18 ноября, и у меня на этом все. Желаю вам хорошей субботы и отличных выходных.